Это что же? Приглашаю, открывайте двери, хотят узнать. Мы сейчас поедем. Прислав, подождите, нет. Вы сейчас сядете сюда. Уйдите отсюда. Уходите. А почему забрали? Мы сейчас вам расскажем. Вы с ними, присядьте. Проходите. Защитите. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Защитите. Ну, а зачем? А на каком основании забрали? Присядьте. Вы тоже хотите? Идите сюда. Вы уйдете. Да не закрывайте. Подождите. Какой раздел? Киевский, наверное. Киевский раздел, все, едем. Киевский раздел, все. Едем в Киевский раздел, все. Все, все. Вы можете уйти? Я смотрю, что вы вообще. Ну, пока что. Зрей, надо разворачивать эту дачу. Привет. Конечно, нет. Я вам скажу почему. Оснований для запрета митинга нет. Это марш мира. Лозунги у нас «Мы против войны, мы за мир». Но ведь он есть запрет. Где? Значит, есть обращение в суд. Судья решил, что не стоит проводить в сентябре месяце, в условиях, когда у нас фактически идет война с Российской Федерацией, которая аннексировала Крым, сейчас забирая территорию Донбасса, проводить митинги, которые явно провокативного характера. Провокация того, что вы, если вы видели рекламу, которая вела с призывами в интернете к этому митингу, то мысль состояла, что это митинг, так сказать, фактически поддержку Российской Федерации. Что касается тех, кто ведут агитацию и пропаганду в социальных сетях, то всех, кто находится на территории Украины, за ними, за всеми следят. Суда мы не видели, нас на суд не приглашали, иск нам не показывали, по закону должны были нас уведомить о суде, показать нам иск, показать проект решения и вообще, так сказать, уведомить. Ничего-то, так, извините, я что-то не пойму. А вот сейчас ваших забрали. От Хатоба, выстраивайтесь, выходим все. Что тут плохого? Это лозунги, которыми мы пришли на митинг. Мы против войны. Против войны мы не хотим, чтобы наши украинцы убивались таких же ребят украинцев. И чтобы наши девчонки оставались без мужей из-за того, что столько людей уже погибло. Мы за то, чтобы был мир, везде был мир. И чтобы все вопросы решались за столом переговоров, а не с оружием в руках. И это просто олигархи натравливают одних хлопцев украинских на других хлопцев украинских. А рассказывают, что это все Россия виновата. Жрали газ российский, считайте, бесплатно 23 года и хотят еще жрать, а все время нападают. Поэтому мы вышли сегодня чисто против войны. Поэтому мы уходим, сегодня уходим и проходим. Проходим. Да я вижу, как вы с плакатом. Кто у нас плохой? Молоклассники ничего не хотят. Добро? Мы не хотим. И мы не хотим. Я харьковчане, я не представляю компартию, я представляю другую организацию. Но сегодня был запланирован митинг, мирный митинг против войны. Нам не дают провести его по той причине, что боятся наших мирных шествий. Мы никогда не провоцировали людей. Только нас постоянно пытаются харьковские нацисты и завезенные люди. Постоянно пытаются спровоцировать, нападают на нас. Сегодня я вижу здесь милицию. К сожалению, здесь много незнакомых лиц. Дорогие милиция, я знаю, что вы смотрите. Я знаю ваше настроение. И ко мне подходят ваши офицеры. И говорят, у них сжимаются кулаки, когда они видят этих нацистов, кидающих на вас и обзывающих вас. Вам командование дает преступные приказы. Оно ответит за это. Не позорься, подполковник! Это совершенно Не стыдно? Позор! Позорники вы! А
вы вот так себя ведете. Отходите назад! Быстрее цепочку перегораживаем! Куда мы выйдем? Телефон работает? Да, да. Что вы делаете? А Гитлер, Коля, орут, вы их не хватайте. Ага, со свастикой. Там палатка стоит на почте. Малолетки громят, а вы их не задерживаете. Где вы в воскресенье были, ребята, в форме? Я к вам обращаюсь. Где вы были в воскресенье? Очканули или как? Да, ну да, конечно. Андрей, вот. Открывайте дверь. А вы так сейчас будете нас туда забирать? Нет, ничего. Дурое дело, доедете. Не садитесь. Женщина, пожалуйста. Женщина, спросите фамилию. Поедете? Фамилия ваша, мужчина. Поедете? А зовут? Вы будете? Дальше. Вы ехать будете или нет? Ну вы же переживаете. Не надо меня заталкивать. А что вы? Ничего. Переживаете. Идите, едьте с ним. Дайте пройти. Фамилию свою скажите, тот, кто забрали. Скажите свою фамилию. Thank you.